Хочешь? Да не знаю даже. О, что мама ругаться станет, а? Да. Договорите же. Хватит мне названивать. А то вычислю по номеру и привлеку за хулиганство. Опять таинственная незнакомка? Ну, почему сразу незнакомка? Просто какой-то придурок развлекается. Осталось спать всего час. Да. Да. Скоро буду. Ну, в общем, вызов поступил где-то в половине пятого. Мы были здесь рядом, поэтому приехали практически сразу, но девушка уже умерла. Похоже на кровоизлияние в мозг. Значит, это вы вызвали полицию? Я действовал по инструкции. По инструкции. Я могу идти? Да, Андрей Петрович, спасибо. Сейчас приедут наши эксперты. Вань. Ага. Спайс. Запрещенная курительная смесь. Ну, рассказывай, что у вас тут было? Ну, я не виноват ни в чем. Она просто сама предложила, сказала, что родаки уехали на дачу. Давай у меня зависнем. Давно ее знаешь? 2 года мы учились вместе. Где? В аграрном колледже. Откуда эта дрянь? Ты принес? Нет, это ее. Я один раз попробовал, и все. Угу. Вы все так говорите. Батюшка, можно вас на пару слов? Да, конечно. Слушай. Спасибо, что отпели дочку мою. Это мой долг. А я вот свой отцовский долг не выполнил. Не уберег дочь. Какие-то спайсы. Я даже слова такого раньше не знал. Как? Когда она успела на эту дрянь подсесть? Отец Матвей, я хочу этого подонка найти, который Насте моей эту дрянь продавал. И думал, что вы мне поможете. Я? Чем же я помогу? В городе рассказывают, что вы любого преступника можете на чистую воду вывести. Помогите. Мне только найти. Дальше я уж сам. Сами что? Покараете? Ну, то, что я с ним сделаю, вас, батюшка, касаться не должно. Но он точно пожалеет, что на свет родился. Я хочу вас предостеречь, Сергей Иванович. Есть человеческий суд на земле, но главнее его – суд Божий. И не нам, грешным, брать на себя роль судей. В
крови у погибшей Анастасии Мартыновой обнаружена высокая концентрация сальвинарина, апоморфина и синтетического каннабиноида. И кроме травм, приведших к смерти, других повреждений или следов борьбы, эксперты на теле жертвы не обнаружили. Ты можешь мне просто сказать, каким способом получена травма? Ну, по словам свидетеля Константина Завьялова, это был несчастный случай. Девушка обкурилась и случайно сиганула со стула вниз головой. То есть она просто упала со стула и убилась? Да, эксперты эту версию подтверждают. Но в этом же нет никакого состава преступления. Формально да. Но знаете, Олег Павлович, я поднял статистику по нашему городу. За последние полгода это 8-й случай такого рода. Что значит такого рода? Ну, эти новомодные спайсы вызывают сильное привыкание и вводят людей в состояние психоза. Они прыгают с крыш, выбрасываются из окон и так далее. А что ты хочешь от меня? Предлагаю вычислить уродов, которые продают в нашем городе эту дрянь. Вычислить и посадить. Не знаю, если у тебя нет срочных дел, а я проверю, есть ли у тебя срочные дела. Ну, давай. Попробуй нарыть что-нибудь по этим спайсам. Слушаюсь. Да, кто это? Добрый день. Я знаю, кто продает спайс в нашем городе. Кто это? Назовите себя. Через полчаса буду ждать вас на центральной площади. Приходите один, иначе разговора не будет. Господин полицейский! Здравствуйте. Значит, это вы мне звонили? Я. И раньше вы тоже звонили? И раньше тоже я звонила. Так подойти боялась. Ну, ясно. Ну, что вам известно? Вот, посмотрите. Откуда это у вас? Служба собственной безопасности. Лейтенант Шерман. Вы задержаны по подозрению в незаконном хранении и сбытии наркотических веществ. Вы что, серьезно? Такое. И отец этой бедной девочки говорит мне: батюшка, помогите найти наркодилера. Представляешь? Оказывается, меня в городе чуть ли не частным сыщиком считают. А ты что? Ну, а что я ему скажу? У человека большая беда случилась. Ему бы сейчас молиться, да Бога в помощь призывать. А у него вместо того только месть на уме. Да. Такое пережить никому не пожелаешь. Все, закончила. Вечером на кухне повешу. Знаешь, ведь несчастный отец в чем-то прав. Когда такое случается... Пастырь не должен стоять в стороне. Мочь, ну а что ты можешь сделать? Знаешь, матушка, пойду-ка я прогуляюсь. Не волнуйся. Меня хоть в детективы и записали, но в этот раз я собираюсь действовать иначе. Лейтенант, тебя задержали с поличным при получении 300 граммов запрещенных курительных смесей. И по словам курьера, это далеко не первая поставка. Курьера? Какого еще курьера? Я говорю о Марине Никольской. 2 дня назад она пришла к нам и все рассказала. Да? И что она могла вам рассказать? А то, что ты, лейтенант, с помощью шантажа втянул ее в свой незаконный бизнес. Я требую немедленной очной ставки с этой Никольской.
Пусть повторит свои обвинения мне в лицо. Будет тебе очная ставка. Не волнуйся. А пока... Ну, подумай. М? Ничего не хочешь мне рассказать? Мне нечего вам рассказывать. Девушка меня оговорила. Оговорила? Да неужели? А с какой целью, интересно? Я не знаю. Я не знаю. Настя училась на втором курсе, училась неплохо, сессию вовремя сдавала. Мне и в голову не могла прийти мысль, что она... Ну, а что другие студенты? Среди них есть наркоманы? Батюшка, понимаете, конечно, в стенах нашего колледжа никто этой мерзостью не торгует, мы за этим строго следим. Но что делают ребята, когда лекции заканчиваются? Мы не можем контролировать каждый их шаг. Да, понимаю. Но согласитесь, нужно действовать. Вы можете что-то предложить? Майор Скиба, здравия желаю. Позвольте полюбопытствовать. На каком это основании вами задержан мой сотрудник, лейтенант Шерман? Что это за самоуправство какое-то? Майор, не кричите, пожалуйста. А насчет оснований? Присядьте. Что? Я прошу вас, присядьте, пожалуйста. Я хочу вам кое-что показать. Началось все 3 месяца тому назад. Иван Шерман подошел ко мне на улице, предъявил удостоверение и сказал, что нужно поговорить со мной. Ну, мы пошли, сели на скамейку. О чем вы говорили? Он сказал, что он знает про мои проблемы с работой, про мою судимость. В общем, он предложил мне на него работать. А про какой работе шла речь? Я должна была забирать пакеты в определенном месте и привозить ему. Что за пакеты? Наркотики. Ну, то есть я об этом позже узнала. И вы согласились? Нет. Ну... То есть не сразу. Но Шерман мне пригрозил, сказал, что... Подкинет наркоту и посадит на 5 лет. Ну, я думаю, что достаточно. Вот это все, это ложь. Вот от начала и до конца. Да неужели? Да послушайте, майор, ну я же знаю лейтенанта Шермана. Да Иван Шерман просто честный парень. Вот я вам готов чем угодно поручиться за него. Хотите, я вам свои погоны на стол положу? Ну что вы, не нужны мне ваши погоны пока. А ваш честный парень, как вы говорите, уверял нас, что он не знаком со свидетельницей. Однако выяснилось, что за последние несколько месяцев у них было не менее 2 десятков телефонных разговоров. Вот распечатка, убедитесь, пожалуйста. И это помимо того, что его задержали мои ребята с поличным при передаче ему очередной партии. Вот протокол задержания. Ознакомьтесь. Сейчас. Основания. Какие еще вам нужны основания? Леонид Николаевич. Суд вынес постановление на обыск дома Шермана. Вы с нами или мы сами? Ну, конечно, с вами. Майор, я ведь тоже могу поехать? Нет, ну что? Нет, это не положено. Вы знаете. Майор, я не собираюсь выгораживать своего сотрудника. Если Иван Шерман виновен, он ответит перед законом. Но я хочу и имею право знать. Правду.
Здравствуйте. Здравствуйте. А что случилось? Вот, ознакомьтесь. Постановление суда на обыск. Хорошо меня принял. Чаем угостил. Начинание поддержал. Хочет выделить для беседы аудиторию. А студенты-то придут? Надеюсь, что придут. Директор обещал уже сегодня по колледжу объявление развесить. Муть, ты же ведь не из-за проповеди переживаешь. С чего ты взяла? Ну, я же вижу, душа не на месте. Ничего ты от тебя не скроешь. Знаешь, как бывает, вроде не виноват ни в чем, а на сердце тяжесть такая. Ведь ей, девочке этой погибшей, и 20 лет еще не было. Жить бы да жить. Олег Павлович, что же это такое? Что они ищут? Спокойно, Лен, не паникуй. Это просто недоразумение. Скоро все разъяснится. Вот увидишь. Скоро? Это когда? Я сейчас же все узнаю. Я понимаю, вы тут главный. И сейчас либо вы мне скажете, что вы тут ищете, либо вы уйдете. Гражданка, не мешайте нам работать, иначе я вас удалю из этого помещения. Меня? Из моего дома? Лен. Вы вообще что себе позволяете? Лен, послушай меня. Имеют право, у них постановление. Кухня, туалет чисто. Комнаты чисто. Тебе. Извините за причиненное неудобство. Все, выходим. Ну вот видишь, что я тебе говорил. Все разъяснилось. Леонид Николаевич, секунду. Мы одну детальку упустили. Коляску мою не трогайте, пожалуйста. Стой! Так, понятые, подойдите-ка поближе. Не могу я поверить, что Ваня наркодилер. Эта гадина его оклеветала. Я поначалу тоже так думал. Но оказалось, что его взяли с поличным, плюс звонки, плюс то, что у него изъяли при обыске. Но это говорит о том, что его очень грамотно подставили. Да зачем, Саша? Ну, объясни мне, зачем кому-то его подставлять? Ну, да еще с таким размахом. С каким размахом? Вот с каким размахом? Ну, смотри, иди сюда. При задержании у Ивана изъяли этих вот, как они, спайсов, на сотню тысяч. Ты можешь себе представить? Дальше. При обыске нашли денег, немалую сумму, плюс еще наркотики. Получается, тот, кто хотел его подставить, как ты говоришь, потратил огромную сумму денег. Для чего? Для того, чтобы посадить лейтенанта полиции. Ну, как-то это все нелогично. Скажите только честно. Вы правда считаете, что Ваня мог? Саша, ты только пойми меня правильно. Я в полиции 20 с лишним лет. Я уже всякое повидал. Ну, люди, знаешь, иногда такие сюрпризы преподносят. Сюрпризы? Да, сюрпризы. Ты, Иван Шерман, ты честный полицейский, я это докажу. Саш, погоди, Саша! А вы... Товарищ майор, вы... Это будет на вашей...
Саш, да пойми меня правильно. Мать, Тамуля пришла. Угу. Плачет, говорит, Ваню арестовали. Ваню? Зачем, Марина? Зачем вы это сделали? Вы же прекрасно знаете, что ничего такого не было. Я вас вообще первый раз сегодня вижу. Я смотрю, наглость-то поубавилась, да, как только прижали. А кто? Кто меня тюрьмой пугал? Когда? Когда я вас тюрьмой пугал? А вы знаете, что есть такая статья 306-я, заведомо ложный донос? За нее, между прочим, до 6 лет дают. Видите, товарищ майор, он опять меня пугает. Ну что ж, все ясно. Марина, что я вам такого сделал? Не разговаривай. Марина! Вспомни Пашу, которого ты убил. Чего встал? Вперед, вперед. Сказали, что Ваня торгует наркотиками. Мой Ваня наркотиками. Кому вообще это могло в голову прийти? Ульяна, ты не должна отчаиваться. Ивану сейчас нужна твоя поддержка. Уверен, скоро все разъяснится, его отпустят. Разъяснится? Скиба тоже так говорил во время обыска. А в итоге они в коляске нашли наркотики и деньги. Ни на секунду не могу поверить, что это Ваня их туда положил. У кого-нибудь из посторонних людей была возможность что-нибудь положить в коляску? Ни у кого. Я эту коляску только вчера купила. Я сама ее довезла от самого магазина до дома. Ульян, подумай хорошенько. От этого сейчас зависит судьба твоего мужа. Батюшка, я, кажется, вспомнила. Девушка, аккуратнее, давайте я вам помогу. Спасибо, я сама. Опа, да мне не сложно. Давай, садись. До свидания. Ты хорошо помнишь лицо этого парня? Ну, вроде да. Все, как ты сказал. Обвинений не предъявляют. Прохожу по делу свидетелем. Я же тебе говорил, этих лохов развести как два пальца. Нос такой? Нет, чуть потоньше. Такой? Да, очень похоже. Только вот глаза... Что глаза? Олег Павлович, разрешите? Сейчас, фоторобот. Пошли.
Наблюдал я за ней. В общем, встречалась с каким-то парнем. Думаю, что ее любовник. Ну и чем Натан может нам помочь? А он выглядел очень подозрительно. Это все твои домыслы. Ты хотя бы слышал, о чем они говорили? Нет, не слышали. Я хотел сфотографировать, у меня телефон заглючил. Ну, ты хотя бы можешь его описать, как он выглядел, лицо там? Значит, он такой худощавый, лицо такое худощавое, нос прямой, тонкий, а вот глаза... Саша, подойди, пожалуйста. Извините. А, так вот же он. Где? Вот. Кто, вот этот? Да. У вас есть 10 минут. Здравствуй, Ваня. Здравствуйте, отец Матвей. Я рад вас видеть. Но как вы сюда попали? Если я скажу, что Вера раздвигает стены, это будет в каком-то смысле правдой. Потому что мне чудным образом помог один мой прихожанин. Как там Ульяна? Наверное, переживает? У нее все хорошо. Передаю тебе привет и надеется на твое скорейшее возвращение. А твои друзья делают все, чтобы тебя отсюда вытащить. Но ты им должен в этом помочь. Я знаю, почему она это сделала. Из-за мести. Из-за мести? Я тогда жил во Владимире и только начал работать в районном отделении. Мы брали одного наркодилера. Стой! И он пытался бежать. Стой, стрелять буду! Я стрелял ему по ногам, как положено, но попал в спину. Что? Тварь не мутузка. И он умер у меня на глазах. Печальная история. Умираешь? Сиди, сиди, Саш. О, Господи. Сиди. Мне дежурный сказал, ты сегодня дома не ночевал. Так точно. Всю ночь по базам нашего красавца искал. Ну, это правильно. Ну и что, нашел? А как же, вот. Малагин Андрей Геннадьевич, кличка Капитон, 88-го года рождения. В 2005-м с братом привлекался за кражу. В 2009-м задержан по подозрению в торговле наркотиками. Но доказать удалось только хранение, поэтому... И дали условия. Стоп, стоп. А вот это вместе с братом. Ты его брата по базе можешь найти? Где он сейчас? Сейчас. Чем занимается вместе с братом? А, вот. Малыгин Павел Геннадьевич. Наркоторговля, кража. Убит в 2011 году. Ну, что ты тут хочешь? Наркоторговля. Вот спорим, что его убили либо подельники, либо конкуренты. Там можно посмотреть? Я уже посмотрел, Олег Павлович. Ну? Он убит при задержании Иваном Шерманом. Каким? Нашим Ванькой? Где это написано? Внизу. О, как интересно складывается-то. Да. А? Ой. Здравствуйте, батюшка. Здравствуй, Саш. Мне нужна твоя помощь. А что случилось? Я бы хотел поговорить с девушкой, которая говорила Ивана. О, она не сознается. Мне срок светит, заложен донос. Ничего, ничего.
Мы прижмем ее друг, который все это организовал, тем более мы знаем, кто это такой. Да? И кто это? Малыгин Андрей, наркодилер. Его брата 3 года назад Иван засадил при задержании. Понятно. И как вы собираетесь его приезжать? Ну что, батюшка, это оперативная информация. Я не имею права разглашать ее. Ну что вы? Понимаю, понимаю. Саш, я бы все равно хотел попробовать поговорить с девушкой. Ты не мог достать ее адрес? Ну хорошо. Подождите меня, что ли, минут 10. Я сейчас... Саш, извини, не могу. У меня встреча в колледже. Ну, давайте я вам смс-ку пришлю. А у вас телефон-то есть? Саш, у меня даже компьютер есть. Ну и прекрасно. Записывай. Сейчас. Страшно видеть, как любимый человек прямо на твоих глазах превращается в пепел. Лишает себя свободы. Превращается в послушного раба смерти. Ну, а эта госпожа очень жестока. Она хоть и дает своему рабу секунды мнимого рая, но его реальная жизнь, чем дальше, тем больше начинает напоминать прижизненный ад. Соблазняя калейдоскопом иллюзий, обещанием невиданных наслаждений и интересного опыта, очень скоро она выставляет для оплаты счет ценой в жизнь. Да и пусть помирают, если им хочется. Мне на их родных и друзей смотреть больно. Они кайфуют, а их близкие мучаются. На самом деле это не совсем так. В глубине души наркоман осознает, какие несчастья он причиняет близким. Да ладно. Если он это осознает, то почему не может слезть с иглы? Потому что его враг заведомо сильнее. Лишь единицам удается справиться с ним. Думать, что ты в любой момент можешь отказаться от наркотиков, это еще одна иллюзия. Помните, что, соглашаясь на дозу, вы добровольно вступаете в клуб самоубийц. Вам раскрывает объятие смерть. А из-за ее плеча выглядывает сам сатана, который хочет поглотить вашу несчастную душу. В Библии же Господь зовет человека совсем в другую сторону. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Дорогие мои, я прошу вас, выбирайте жизнь. Андрюш. Андрюша, а что с нами будет? Мариш, давай не начинай. Не, ну правда. Правда, мы с тобой так живем, как будто бы завтра не существует. Мы с тобой отлично живем. Я зарабатываю достаточно, чтобы хватало исполнять любые твои желания. Ты машину хочешь? Ну, пожалуйста. Шмотки тебе надо? Побрякушки? Да нет проблем. Или вспомни, кто твоей маме деньги дал на операцию, когда ей понадобилось. Мне легко забыть, откуда берутся эти деньги. А если тебя поймают? Не поймают. Менты тупые, чтобы меня поймать. А знаешь, этот мент, которого я подставила, он меня все время спрашивал, за что? Ну нет, он получил, что заслужил, я понимаю. Да? Угу. А мы с тобой? Что мы заслужили? Знаешь, мне кажется, тебе иногда надо поменьше думать о всякой ерунде. Спасибо за беседу, правда, очень интересно. Спасибо. Я рад, если могу хоть немного помочь. Да, знаете, только одно. Просто мне кажется, что все, кто сюда пришли, у них же и так все в порядке. А те, кто ширяются, они не ходят на беседы, им по барабану. А ты хотел бы им помочь? Да. У меня свои причины.
Добрый день. Здравствуйте. А ко мне? Вы Марина? Да, я Марина. А вы что-то хотели? Я отец Матвей, настоятель храма Святой Троицы. Я бы хотел просто поговорить. О чем? Марина, скажите, вы крещеная? Ну да. А в церковь вы ходите? Да, отец Матвей, это у вас мода новая такая, да? Вы по квартирам ходите и людей в церковь заманиваете? Нет, я никого никуда не заманиваю. Ходить или не ходить в церковь – это личный выбор каждого. То знаете, я тоже так думаю. Всего хорошего. Марина, я знаю, это вы оговорили Ивана Шермана. Но думаю, что сделали это не по своей воле. А вы вообще что хотите от меня? Чашка чая у вас найдется? Так значит, доказательств у вас нет никаких? Нет. Но я знаю, что вы оговорили Ивана. И главное, вы это знаете. Марина, есть девятая заповедь Божья. Не лжесвидетельствуй. И нарушивший ее даже ради светлой цели, сам по своей воле отрекает себя от жизни вечной. Ой, жизнь вечная. Это не для нас. Вы знаете, батюшка, у нас жизнь какая? Грязная, страшная, несправедливая. Вот скажите мне, где был ваш Бог, когда у меня отец умер, а? А ему ведь 40 еще не было. Где был ваш Бог, когда меня отчим в 15 лет на панель выкинул? Где? Где? Почему он мне не помог? Он был рядом. Просто вы его не позвали. Могу предположить, что тот самый тяжелый момент в вашей жизни и появился Андрей. Он пришел и помог вам, ничего не прося взамен. Да уж. И потому вы считаете, что обязаны ему? А если в следующий раз он попросит вас сделать что-то еще более ужасное? Скажем, вы способны ради него убить? Любовь, Марина, прекрасное чувство. Люди ради любви делают много доброго. Но я сомневаюсь, что ради любви люди творят зло. Знаете, а я думаю, что Андрей меня любит. Всего хорошего. Я прихожу, а его там вообще нет. Там какой-то новый охранник. Я офигела, а он говорит, показывай паспорт. У нас до 18 не пускают. Я говорю, ты что, урод? Да я вообще тут каждый день бываю. Меня каждая собака в лицо знает. Ну, а он чего? Да ничего. Ален, привет. Можно тебя? Пошли. Чё надо? Скажи, ты знаешь, у кого Настя микс брала? Ну, знаю. Тебе зачем? Да я просто для себя хотел взять. У тебя деньги-то есть? Да. Ну, давай я куплю. Давай, сам. Ты мне дай телефон. Алён, ну я ж тебя не выдал полиции, что была с нами, когда Настя погибла. Ты же просил тебя не вмешивать. Костик? Да. Не ссы, Костик. Че, покурить захотел? Да? Угу. А денежку-то принес? Вот, молодец. Ну тогда держи пятак. Работаем. Что, поймали, да? Сердце! Малыгин, ты арестован за наркоторговлю и оказание вооруженного сопротивления сотрудникам полиции. Да.
Ты где так прыгать научился? В РВ? Итак, Малыгин. Малыгин, слышишь меня? Повторяю в последний раз. Я предлагаю тебе сделку. Из обвинения исчезнет оказание вооруженного сопротивления сотрудникам полиции. Останется оказание просто сопротивления при задержании. За это ты... А наркоторговлю уберешь? Или в том положении, чтобы торговаться. Короче, или ты признаешься, что подкинул Шерману наркотики и деньги и подговорил Никольскую дать против него ложные показания, или пойдешь по полной. Да. Пойдешь по полной? В ожидании, начальник. По-вашему, не будет. Товарищ майор. Добрый вечер. Добрый вечер. А что случилось? Я просто хотела поговорить с вами, можно? Здравствуйте, отец Матвей. Ваня, тебя что, выпустили? Никольская во всем призналась. Батюшка, а вы говорили с ней, да? Да, говорил, но мне показалось неудачно. Очень даже удачно. Я рад, что смог помочь. Отец Матвей! Здравствуйте. Здравствуй, Марина. Здравствуйте. Значит, теперь ты здесь? Вот здесь, да. Мне же условно дали. Поэтому думаю, чем заняться. Пока цветами торгую. Зачем? Это он. Спасибо. Нравится? Красота какая. Спасибо, Марин. Вам спасибо. Ну что ж, с Богом. Да. До свидания. До свидания.